Всем привет! И это видеотег о 5 любимых продуктах для губ на лето. И это видео решили снять совместно я и еще одна прекрасная девушка Маша, также бьюти-блогер, у которой есть свой канал. Оставлю ссылочку под видео. Обзоры, влоги, в общем, очень много всего есть интересного на ее канале, так что милости прошу. И начну я с таких цветов очень ярких, потому что летом, я считаю, нужно носить очень яркие помады, либо очень яркие блески, так как кожа загорелая, кожа становится намного темнее, чем есть на самом деле, и, соответственно, оттенки каких-либо продуктов для губ, я считаю, должны быть на лето выбраны намного темнее, чем в другие времена года. И, соответственно, я такие продукты и выбрала. Первую помаду, которую я вам хочу показать, это будет у меня помада от Color Trend Avon. Она у меня в оттенке Rich Ruby, и это такой красный оттенок, не классический, конечно, красный, но этот оттенок очень красивый, мне он очень нравится, потому что она очень яркая, такая очень летняя, очень сочная, в то же время она красная, она праздничная, она вечерняя, и это не может не радовать. Я ею пользовалась как и весной, так и летом, я думаю, осенью тоже буду ею пользоваться на все 100%. Еще один яркий оттенок помады, который я могу также посоветовать любителям косметики Avon. Эта серия у меня, по-моему, ультра матовый цвет. Оттенок у меня фуксия, и это очень такой красивый оттенок фуксии. Этот оттенок меня просто покорил, я им довольна на все 100, мне он очень нравится. К тому же еще этот оттенок и матовый. Он намного темнее, чем есть у меня уже оттенок фуксии. Поэтому, само собой, я буду носить этот оттенок летом, так как он очень темный. И многие стесняются носить такие вот яркие оттенки, неважно, будь то лето, осень, весна. Хочу вам посоветовать просто чаще пользоваться такими яркими оттенками. Не потому что это нужно кому-либо, конечно же, если вам хочется и вам нравится. Если вам, конечно, нравится, то чем чаще вы будете пользоваться такими оттенками, тем быстрее вы привыкнете к ним. Я, допустим, очень привыкла к таким оттенкам. Теперь, когда у меня на губах такой более нюдовый, либо более такой повседневный оттенок помады, я не то чтобы некомфортно себя чувствую, просто как-то обычно себя чувствую. Вот такие же оттенки меня очень радуют. Я себя чувствую в таком приподнятом настроении. Мне просто даже нравится носить такие оттенки. Я чувствую себя намного увереннее, чем без них на губах. Как бы это смешно ни звучало, но честно вам скажу, я раньше тоже не носила ни красные оттенки, ни фуксия тем более, потому что мне казалось, что такие оттенки очень вульгарные, эти оттенки очень вызывающие, они могут меня неправильно преподнести другим людям, и в итоге я не носила такие оттенки, но сейчас это для меня просто must-have, это то, без чего я не могу просто обойтись. И еще одна помада тоже от Avon. Почему-то у меня все помады от Avon. Это не удивительно, потому что, в принципе, я люблю эту косметику. У них много новинок сейчас вышло, поэтому я этими новинками затарилась и, соответственно, с вами ими и делюсь, потому что они мне тоже очень нравятся. И следующая помада, это тоже из серии Ultra, матовый цвет. У меня в оттенке Matte Peach, это оранжевый оттенок, такой вообще персиковый, но он на губах смотрится как оранжевый. Я его тоже очень люблю, он на губах матовый.
не знаю, она даже, в принципе, можно сказать, и не такая яркая, как казалось. Матовые помады от Avon, конечно же, они немножко подсушивают губы за счет того, что они идут матовые. Это, в принципе, не мешает мне ими пользоваться, я очень их люблю и стараюсь перед использованием этих помад наносить всегда бальзам, потому что без бальзама, конечно же, губы будут подсушены. Еще я долго-долго думала, какие мне помады еще выбрать. Выбрала я еще одну от Avon. Это помада из серии Совершенство, ихняя новая серия. Я не знаю даже, как описать этот оттенок, посмотрите сами. Этот оттенок мне очень понравился, и он для меня не просто какой-то вот оттенок помады, там очередной или еще что-то. Это оттенок реально моих губ. Конечно, не на 100%, он немножко темнее моих губ. А если очень много раз наслаивать эту помаду, то получается, что будет такой вот насыщенный темный оттенок. Но если нанести совсем чуть-чуть и растушевать пальчиком, это получается такой действительно оттенок губ. Это сейчас просто повседневный мой must-have. Если я не знаю, чем воспользоваться, вот эта вот помада мне в помощь. И оттенок у меня Tender Mauve. Я в описании напишу все названия. Честно, очень-очень довольна этой помадой, тем более, что помада Совершенства славится своим увлажнением, славится своей такой неплотной текстурой, и это не может не радовать на каждый день. И еще одна помадка, которую я показывала во влоге, это помада от Maybelline. Не помню точно, как называется серия, я в описании обязательно напишу, но это их знаменитая серия. Оттенок у меня 130, Pink Possibilities, тоже в описании напишу обязательно. Это такой светло-розовый оттенок, вот так вот она выглядит. Тоже, если наносить не очень толстым слоем, получается такой вот влажный эффект на губах. Конечно, оттенок не такой, как оттенок губ. Он такой более розоватый, но на губах смотрится, как будто вы нанесли просто бальзам какой-то, либо блеск для губ. И мне тоже нравится ее использовать в повседневной жизни, на день, под какой-то легкий макияж. Ну вот и все средства для губ, которые я вам хотела показать, о которых хотела рассказать, которыми я хотела с вами поделиться. Надеюсь, вам понравилось это видео. После просмотра моего видео зайдите на канал Маши. И спасибо за внимание. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.